kuri nebaudīs nāvi, как уже увидят kā jau ieraudzīs Царство Божие, Dieva valstību, грядущее в силе, nākušu spēkā. Я кому-то сегодня говорю, kādam šodien saku, многие из вас, daudzi no jums, не вкусят смерти, nebaudīs nāvi, до смерти, līdz nāvei, pirms nāvi, увидят, ieraudzīs Царство Божие, Dieva valstību. Там так привычно, говоришь, помер человек, mums tā, nu, pieras, cilvēks земля номер, тебе пухом, и царство тебе небесное. Lai tev viegli smiltis un lai debes valstī. Не вкусят смерти. Viņi nebaudīs nāvi. Как увидят уже. Kā redzēs. Царство Божие. Dieva valstība. Грядущее в силе. Kas nāks spēkā. Веришь ты этому? Tici tam. Amen. Amen. Вот почему нужно молиться правильными молитвами. Kādēļ jālūdz ar pareizām lūkšanām. Отче наш. Mūsu Tēvs. Сущий на небесах. Esošais debesīs. Да святится имя Твое. Lai Tavs vārds tiek pagodināts. И да придет. Un lai nāk. Tava valstība. Amen. Amen. Мы увидим с вами великую славу. Mēs ieraudzīsim ar jums lielu godu, slavu. Дьявол хочет нас. Velns grib. Завести в какую-то игру. Ievest kaut kādā spēlē. Кто-то строит военные базы. Kāds ceļ kara bāzes. Недавно слышал. Nesen dzirdēju. Комплекс противоракетной обороны. Предотвращающий хотят комплекс аэрдибес. Вот в Латвии. Гриб то Латвия ездит. Какой-то министр иностранных дел Канады. Клянется своими богами, что будет защищать. Ar saviem dieviem, каждый квадратный сантиметр латвийской земли. Сантиметр Латвия. Боже, сколько у нас спасителей на земле. Dievs, cik daudz glābēju mums ir uz zemes. Брехня полная. Tas viss ir muļķība. Нас не надо защищать. Mums nevajag уважаемая Канада, защитите себя. Канада, если Бог не защитит города. Ja Dievs nesargās pilsētu. Никто не поможет. Tad neviens nepalīdzēs. Нам не нужны эти военные базы. Mums nav vajadzīgi šīs kara bāzes. И нам не нужна помощь из Канады. Mums nav vajadzīga palīdzība no Kanādas. Blažen человеку, у которого помощь, kuram palīdzība приходит от Господа. Nāk no tā Kunga. Amen. Amen. И блажен народ, un svētīta tauta, у которого Господь, kurai есть tas Бог. Kungs ir Amen. Dievs. Amen. Пожалуйста, не станьте жертвой пропаганды. Nekļūstiet par propagandas upuri. Пожалуйста, не надо вовлекаться вот в эти игры. На вас Россия нападет. Америка защитит. Эй, Россия, защити себя! Эй, Америка, защити себя! А мы тот народ, который защитит наш Господь Иисус Христос! Мы должны это говорить громко! Мы должны освобождать людей от всякого обольщения! Все зайдут в кризис. Америка зайдет в кризис. Россия в глубоком кризисе. Европейский Союз. Наладан дышит. После выхода Англия, сейчас Франция на очереди. Германия. Франция ринда. Там все ж вот так шевелится. И может быть пару лет. И от Европейского Союза ничего не останется. Кто кого защищать собирается? Единственное, что непоколебимо. Единственное, что остается вечным. Стабильным. Это Царство Божье. Вот что нам необходимо. Тебе и мне. И тебе, и тебе. Реальность Царства Божьего. Амен. Имя Иисуса. В руках которого вся сила. В руках которого вся власть. И из этих рук нас никто и никогда не похитит. Амен. Мы не можем быть счастливыми пассажирами обреченного корабля. Многие христиане себя так ведут. Как эти аристократы. Псевдоаристократы на Титанике. Если корабль идет на дно, якудис и дыбана, какая разница? Или ты в бизнес-классе? Или ты в эконом-классе? Мы не хотим Mēs negribam быть на обреченном корабле. Такую, мы хотим, чтобы Латвия, Mēs gribam, лай Латвия была не обреченным кораблем, кудис, а защищенным кораблем. Ковчегом! Паршчирсту! А не Титаника. Не из Титаника. И чтобы на капитанском мосте. Он лаюсь капитан Каид. Стояли не пираты. Ставят не из пираты. Но стоял Иисус Христос. Ведь ставят Иисус Христос. Амен. Амен. Вот почему мы молимся на каждом служении. Каждый из Господь защити нашу землю. Кунс, да не будет здесь войны. Лай не будет шейт кара. Да не будет здесь провокации. Лай наушает провокации. Да не будет здесь кровопролития. Лай наушает асенцизлешина. Нам не нужны теракты. Мус новодик террористский акт. Нам не нужны беженцы, которые насиловали бы женщин. Бегли, курили
izvarot cilvēkus. Nam ir nūžni vzrīvi. Mums nav vajadzīgi sprādzieni. Nam nūžna slava, Boži. Mums ir vajadzīga Dieva slava. Bet mums molims. Tāpēc mēs lūdzam. Nedavna priekali gosti. Nesen atbrauc viesi pie mums. Iz sosednij strany. No kaimiņu valsts. I kāds, pastor Aleksija, ty slišķam politizīruješ. Mācīt, Aleksija, tu pārāk politizē. Slišķam politizīruješ. Tu pārāk politizē. Situāciju. Žizi namoga proši. Dzīve ir daudz vienkāršāka. Мы не собираемся ничего политизировать. Мы сметаемся, мы никого а мы озвучиваем то, что Дух Святой дает нашему Духу. Украинцы тоже не политизировали. Аревини не политизея. А то, что там творится tas, сегодня, кошмар. Tas, небесная сотня во время Майдана. 100 человек убили. 100 человек сноглинае. Сегодня Майдан каждый laikā. День по 100 человек до обеда. Katru и по 100 человек после обеда. 100 человек līdz pusdienām un 105. И самое страшное. Un pats briesmīgākais. Что люди к этому привыкли. Kad cilvēki pie tā ir jau pieraduši. И для них это не сенсация. Un priekš viņiem tā vairs nav sensācija. Свидетельство о том, что шахты. Liecina par to, ka šahtas. Знаете, что такое шахты? Ziniet, kas ir šahtas? Šahty. По 700, по 500. 570 metru dziļumā. Zabīti trūpami. Tās ir pilnas ar līķiem. Tāpēc šī šahtas nestrādā. Nina kladbiši. Nevis uz kapsētu. Začiem kladbiši? Kāpēc kapsētā? Tad ir šahti. Ja ir šahtas. Не политизируйте. Не патолизируйте. Нет, мы будем молиться об этом. Мы слухаем про то. И просить Бога. Un prasīsim Dievu. Защити нас. Aizsargā mūs. Чтобы не было здесь, как в Сербии, в Хорватии. Lai šeit nav kā Serbijā, Horvātijā. На Украине. Венслава, Украина. Блажен человек, который повзрослел. Sveitīts cilvēks, kurš ir pieaugis. Я с вами разговариваю, как взрослый. Un es ar jums runāju kā ar pieaugušiem cilvēkiem. Не просто объяснять. Библию читайте и молитесь. Вы это и сами знаете. Библию un lūdzat. Paši to zināt. Должны стоять в проломе за свою землю. Ja iestājas par savu zemi. Как стражи. Kā sargiem. От нас зависит судьба. No mums ir atkarīgs liktenis. От нас зависит судьба. No mums ir atkarīgs liktenis. Написано, искал я человека. Ir rakstīts, meklējis cilvēku. Искал я человека. Meklējis cilvēku. Искал хоть одного человека. Meklējis vienu cilvēku. Который бы. Kurš. Встал в проломе. Iestātos. Не просто за свой дом. Nevis vienkārši par savu за māju. За своих детей. Par saviem bērniem. О, Боже, мы всю жизнь за них стоим. Mēs visu dzīvi iestājāmies par свой бизнес. Par savu а мы всю жизнь за свой mēs visu dzīvi за него. Iestājāmies par искал to. Я у них человека. Meklējis pie viņiem cilvēku. Который бы. Kurš stāv в проломе. Iestātos. За свою. Par savu zemi. Пусть Бог кого-то поднимет. Lai Dievs kādu paceļ. Будешь молиться за город? Лукс par pilsētu. Твоя церковь наполнится. Tavu draudz piepildīsies. Будешь молиться за город? Лукс par pilsētu. Больные исцелятся. Slimie taps dziedināti. Будешь молиться за город? Лукс par pilsētu. Бог решит все твои вопросы. Dievs atrisinās visus tavus jautājumus. Amen. Amen. Бог ищет этих людей. Dievs meklē šos cilvēkus. И хочет метки ставить. Un grib atzīmes uzlikt. На самом деле необходимо поднимать. Patiesībā ir nepieciešams сегодня патриотическое. Šodien patriotisku. Христианское движение. Kristietīgu kustību. Которое по-другому как праведность. Savādākā taisnība. Не назовёшь. Nevarēs nosaukt. Просто верующие. Vienkārši ticīgie. Они молятся о себе. Viņi lūdz par sevi. А праведники. Bet taisnie. Они стоят в проломе за землю. Viņi iestājas par zemi. Поэтому они молятся и поют эти песни. Viņi lūdz un dziedz šīs dziesmas. Nāc, kungs. Я живёт долина костей. Un kau lielai atdzīvos. Kriedī, Господь. Nāc, kungs. Мы ждём. Mēs gaidām. Тебе наши взоры. Uz tevi mūsu skati vērsti. Kriedī. Nāc. Собрать. Последнюю жатву спасти. Pēdējo ražu no laukiem. Долина наполнится. Ielejas piepildīsies. Да понизятся горы. Un lai kalni izlīdzinās. Будущее Америки в тумане. Amerikas nākotne ir miglā. Кризис. Krīze. Сумасшедший кризис. Ārprātīga krīze. И великая страна. Un liela valsts. А лидеров нет. Bet līderu nav. Великая страна. Liela valsts. Великие ресурсы. Lieli resursi. Великие возможности. Lielas iespējas. А лидеров. Bet līderu nav. Лидерский кризис. Līderu krīze. Это страшно. Tas ir briesmīgi. 40 миллионов в Украине. 40 миллионов Украина. Такие ресурсы. Тады ресурсы. Такие возможности. Тадас иеспеяс. Лидеров. Лидеру. Нету. Нау. Которые бы взяли ответственность Кури за себя. Которые понимают отбилдибу севи. Послушайте. Поклосайтесь. Это истина. Ши патеса. Если ты. Я ту. Не можешь. Невери. Взять ответственность. Узнимтес отбилдибу. За себя. Пар севи. За тебя. Par tevi uzņemsies atbildību kāds cits. Nu, только ты больше не выступай. Nu, tikai tu vairs ответственность такая Necelies. Штука. Atbildība ir tāda lieta. Кто взял ответственность? Kurš uzņēmās atbildību? У того и власть. Tam arī pieder vara. Поэтому мы должны взять Tāpēc mums jāuzņemās atbildība. За эту землю. Par šo zemi. И за эти города. Un par šīm pilsētām. Тот, кто берет ответственность. Tas, kurš uzņemās atbildību. Тому Господь Tam дает dod власть. Varu. Amen. Amen.
Тот, кто не берет ответственности, тому Бог не дает вару. А зачем? Bet она kādēļ? Ему, viņa, если у него нет vaidība, ответственности. Ja там нам atbildības. Помните, когда Иисус Atcerieties, kad Jēzus зашел в храм, iegāja templī, а там черкизон, un tur черкизонс, а там бардак, tur bardaks, продают, tirgu, меняют, майна, И Христос. Un Kristus. Это мой дом. Saka, šis ir mans nams. А вы превратили его в вертеп разбойника. Par noziedznieku bedri. И он взял, начал un viņš порядок наводить. Un saka, izdzīt. Опрокидывать столы. Apgāz galvas. Взял хлыст. Paņēma pleķi. Короче, вот такого un, Иисуса saka, я люблю. Tādu Jēzu es mīlu. Вот такой Иисус, такой непопулярный сегодня. Tāds Jēzus tik nepopulārs šodien. Отутюженный, прилизанный, политкорректный такой. Ой. Все слащавым языком всем говорит. Runā visiem tie ir meli. Naš Jēzus drugoj. Mums Jēzus ir savādāks. Un tagad kīpiši navēl tā. Viņš tur tādu lietu sacēla. I nikto. Un neviens. Nikto. Neviens. Ne pasmiel. Neuzdrīkstējās. Slovo jumu skazāt. Pateikt viņam vārdu. Adin. Viens. A ich tisiči. Bet viņi bija tūkstoši. Jēzus prademonstrīroval princip. Un Jēzus nodemonstrēja. Adin iz vas. Viens no jums. Pragaņājiet. Padzen. Tisiči. Tūkstoti. И когда он навел порядок, un tad, kad viņš ieveda kārtību, он запретил им, viņš aizliedza viņiem, народу, tautai, через храм что-то проводить, caur templi kaut ko nest cauri. И потом больные, un pēc tam slimie, косые, хромые, тизлие, клибие, пришли к нему, atnāca pie viņa, в очищенном храме, attīrītā templī, и он исцелил их всех. Un viņš tos visus dziedināja. И потом фарисеи подошли к нему, un pēc tam фарисеи piegāja pie viņa, un слушай, un saka, klausies, ответь-ка на нас. На наш вопрос. Uz mūsu jautājumu. Какой же ты власть? Ar kādu varu? Это делаешь. Tu to dari. Тот, кто берёт власть, Tas, kurš uzņemās, берёт ответственность, atbildību, навести порядок, ievest kārtību, тому Бог там Dievs dos varu. Схватите это откровение. Noķeriet šo atklāsmi. Если ты идёшь, ja tu ej, тебе всё равно. Tev ir pilnīgi vienalga. Хаос. Хаос. Ой, это не моё дело. А, та, но это не моё дело. Это не моё дело. Tas nav mans. Господь, дай мне власть. Kungs, iedod man varu. Если Господь не увидит ja ответственность, neieraudzīs atbildību, он тебе не даст власть. Viņš nedos tev varu. Но если ты скажешь, это мой Bet, дом. Ja tu teiksi, tas ir mans nams. Это мой храм. Tas ir mans templis. Это моя земля. Tā ir mana zeme. Это мой город. Tā ir mana pilsēta. Где должна быть слава kur Божья. Kur jābūt Dieva slavai. А кто-то Bet, kas устроил в этом городе. Ir sarīkojis šī pilsētā. Вертеп разбойника. Noziedznieku bedri. Если ты только молиться об этом начнешь. Ja, tu tikai sāc lūgt Если par ты to. Просто в сердце своем ja возьмешь to, решение, savā sirdī я буду молиться за мой город, и Бог может явить славу свою. Un Dievs var parādīt savu slavu. Тот, кто берет Tas, ответственность, kurš uzņemās atbildību, тому там Бог дает власть. Dod varu. Amen? Amen. Тот, кто сбагрил себя ответственность, kurš nomet no saviem atbildību, у того Господь забирает Tam, власть. Atņems varu. Ответственность Atbildība. Это естественная платформа. Ir vienkāršā platforma. Для сверх priekš естественной власти. Pārdabiskās varas. Amen. Amen. Ответственные люди Atbildīgi обладают cilvēki. Властью. Viņiem pieder vara. Безответственные Bez atbildīgiem cilvēkiem. Lišeni власти. Ir atņemta vara. И попробуй сегодня ответить себе на вопрос. Šodien atbildēt sev uz jautājumu. За что? Par ko? Ты ту отвечаешь отбилди всерьёз нопетный опасный вопрос бистам сел таймс я предвижу ответы ни за что из думаю отбилди от меня ничего не зависит но маним некоснов открикс от тебя много но что зависит да вот как сыр открикс нету ответственности но отбилди нет власти на уварас и сегодня день он чуден диена когда дух святой как цвента из гарс хочет Grib. Mēkāja brēmē. Maigu nastu. Ne magiļnē plētā. Nevis kapa plāksni. A mēkāja brēmē. Maigu nastu. Atviestinās. Atbildības. Vazlažīt na tvoji plēči. Uz taviem plecēm. Za dītēj. Par bērniem. Za radnīh. Par radiniekiem. Za pravītelstva. Par valdību. Za svoj narod. Par savu tautu. Za svoju zemļu. Par savu zemi. Я верю, что Es ticu, Бог здесь работает. Kad Dievs šeit strādā. Ja, может, ты налегке пришёл. Un varbūt tu atnāc tāds viegls. Но верю. Bet ticu. Уйдёшь отсюда. Ka aiziesi no šejienes. Не налегке. Nevis ar vieglumu. Бог положит. Dievs uzliks. Bremя. Nastu.
стоять в пролом. И остаться. Хоть за кого-то. Kaut par vienu. Хоть за что-то. Kaut par kaut ko. Будет ответственность. Būs atbildība. Будет власть. Būs vara. Будет власть. Būs vara. Будет победа. Būs uzvara. Будет победа. Būs uzvara. Будет слава Божья. Būs Dieva slava. Amen. Amen. Мы должны быть смелее. Mums jābūt drosmīgākiem. Мы иногда бываем Mēs dažreiz в таком тупике. Esam tādā strupceļā. Как в одной Kā vienā. Очень умной мысли сказано. Ļoti gudrā domā teikts. Как мало нужно. Cik maz ir vajadzīgs. Чтобы на земле торжествовало зло. Lai uz zemes uzvarētu ļaunums. Как мало нужно. Cik maz ir vajadzīgs. Чтобы победили беззаконие. Lai uzvarētu netaisnie. Достаточно, чтобы порядочные люди. Lai tikai kārtīgi cilvēki. Просто ничего не делали. Vispār neko nedarītu. Это люди, которые говорят от меня ничего. Tie ir cilvēki, kuri saka, no manis nekas nav atkarīgs. Это машина. Tā ir mašīna. Политическая система. Это масоны. Tie масоны. Это колдуны, это ведьмы. Tie burvi, tās ir raganas. Ну давай дальше рекламируем ну, labi, царство дьявола. Reklamē velna valstību. А как насчёт царства Bet Божьего? Par Dievu valstību? А как насчёт обетований? Bet kā ar apsolījumiem? Которые здесь записаны. Kuri šeit ir ierakstīti. Я всё могу. Es visu spēšu. В укрепляющем. Tā spēkā. Иисусе Христе. Kas darīs mani stipru. А если я всё могу. Bet ja spēju visu. В укрепляющем меня Иисусе Христе. Tā spēkā, kas dar mani stipru. От меня кое-что. No manis kaut kas. Будет зависеть. Ir atkarīgs. Если Христос во мне. Ja Kristus ir manī. А тот, кто во мне, больше того. Kas ir manī lielāks par to. Кто в этом мире. Kas ir šī pasaulē. От меня кое-что. No manis kaut kas. От меня кое-что. No manis kaut kas. Будет серьёзно зависеть. Būs nopietni atkarīgs. Уверуйте в это. Noticiet tam. От меня. No manis. Кое-что. Kaut kas. Будет зависеть. Būs atkarīgs. У нас у каждого своё служение. Mums katram savu kalpošanu. Пару дней назад. Pāris dienas atpakaļ. Я был свидетелем. Es biju par liecinieku. Одного уникального Vienam опыта. Unikālai pieredzei. Есть такое служение. Ir tāds kalpošana. Мир без сирот. Pasaule bez bāriņiem. И одно из филиалов это Un viena no filiālēm. Один из филиалов этой организации. Viena no filiālēm šai organizācijai. Это Латвия без сирот. Atrodas Latvija. Tā Latvija bez bāriņiem saucās. Положи ответственность. Kungs, uzliec atbildību. Хоть за кого-то. Kaut par kādu. Если ты не несёшь ответственность. Ja tu nenesi atbildību. За стратегические вопросы. Par strateģiskiem valsts jautājumiem. Возьми ответственность за детей. Uzņemies atbildību par bērniem. Брошенных. Pamestajiem. Сирот. Bāriņiem. Вот когда я вижу ответственность. Tad, kad es redzu atbildīgus. Людей. Cilvēkus. Рождается уважение. Dzimst cieņa. Respekt. Respekts. Ты просто видишь великого Tu vienkārši redzi varenu. Да? Великими. Varenos. Человека делают не просто мечты. Varenu cilvēku dara nevis vienkārši sapnis. Великими. Varenus. Человека делают. Cilvēkus dara. Ответственность. Atbildība. Хоть за что. Kaut par kaut ko. И вот есть семья такая. Un lūk, ir tāda ģimene. Семья Кравцунов. Кравцуны. Игорь и Светлана. Игорь un Светлана. Сколько они усыновили? Cik viņi ir adaptējuši? У них где-то 8. Можете себе представить? Astoņas bērnas. Своих несколько детей. Savi ir daži. И они ещё 8. Un viņi vēl 8. Чужих детей. Svešus bērnus. Здесь надо уж свои достали. Šeit skatīs savējai vēl atlikuši. 8. Bet šeit 8. Из разных семей. Nu visādām ģimenēm. С разным характером. Nu ar visādīgu raksturu. И они взяли их. Un viņi paņēma tos. Чтобы подарить им любовь, lai dāvātu viņiem mīlestību, чтобы дать им почувствовать, lai dot viņiem sajust, что они полноценные, ka viņi ir pilnvērtīgi, и они, un tie, стараются, cenšas, сделать так, izdarīt tā, чтобы эти дети, lai šie bērni, оказались, nokļūtu, юридически, в, юридически, адаптированные к семье, adaptētai ģimenēs. И вот я 2 дня назад вечером divas dienas atpakaļ vakarā встречаюсь с ними. Satikos ar viņiem. Они на минивене. Viņi atbrauc ar minivēnu. Выходят столько людей. Iznāk tik daudz cilvēku, bērni. Несколько взрослых людей. Даже пьяугуш cilvēki. И Светлана говорит мне. Un Светлана man saka, mācītāja Aleksei. Вот американская семья. Lūk, šī ir amerikāņu ģimene. Из Пенсильвании. No Pensilvānijas. Христиане. Kristieši. Они троих. Viņi trīs. Дети. Bērnus. От такого возраста. Tādā vecumā. Они адаптируют. Viņi adaptē. И через несколько дней. Un pēc pāris dienām. Они вместе с ними. Viņi kopā ar tiem. Улетают в Америку. Lido uz Ameriku. Они будут счастливы. Viņi būs laimīgi. Потому что
Они познакомились. Tāpēc, ka viņi iepazinās. Они будут в их семье. Viņi būs viņu ģimenē. Они будут защищены. Viņi būs aizsargāti. Я смотрю. Es skatos. Это не моё служение. Думаю, tas nav mans kalpojums. У меня другая ответственность. Man ir cita atbildība. Да Бог тебе не будет давать то, что не гармонирует. Nedos tev to, kas nav harmoniskas. Ar tavu iekšējo pasauli. Я из другой. Es no citas. Я из другого материала соткан. No cita materiāla esmu radīts. Я революционер. Un es esmu revolucionārs. Я протестант. Es protestants. И в то же время поэт. Un tajā pašā laikā витающий в облаках. Kurš lido mākoņos. Я из другого материала соткан. No cita я знаю, за что я отвечаю. Un es zinu, par ko es atbildu. И когда я вижу других людей, tad, cilvēku, не похожими на меня, kuri nav līdzīgi man, сотканными из другой материи, kuri radīti no citas matērijas, той же принципиальной своей ответственности, принципиалу atbildību, я вижу сотрудников царства, Dieva valstības līdzstrādniekus. Я смотрю в их глаза. Es skatos viņu acīs. Такое счастье. Un kāda laime. Bet нам троих. Viņi saka, mums trīs. Удалось. Izdevās. Еще вырвать из проклятия. Izraut no lāsta. И доверить он устицей надёжные руки дрожас рокас я не знаю я потом остался один думаю, es pēc tam paliku viens un domāju, ну спасибо тебе paldies tev par to несколько месяцев назад у нас даже была меньше отпакаль мом здраузе би женщина сивете габриэла ветланд габриэл ветланд из германии no vācijas это европейский союз tas tā ir Eiropas Savienība 30 лет с лишним проработала 30 gadus Reinharda vairāk viņi nostrādāja pie Reinharda Bonks и сейчас возглавляет Freedom Mission viņi vada Freedom Mission общественную организацию sabiedrisko organizāciju которая работает в сфере human traffic kura strādā traffic sfērā если говорить проще ja runāt vienkāršāk она освобождает женщин от сексуального рабства sievietes no seksuālās verdzības это опять ещё одна территория tā atkal ir vēl viena teritorija где кто-то kur kāds осмелился зайти Uzdrīkstējās ieiet и взять ответственность un uzņemties atbildību сказать un teikt никого нету Neviena te nav я беру ответственность Es uzņemos atbildību освобождать женщин Atbrīvot sievietes современной Европе Mūsdienīgajā Eiropā от сексуального рабства seksuālās verdzības это война с наркомафией Tas karš ar narkomafiju это война Tas ir sutenerami ar sutenieriem это война с борделями ar bordeliem это риск Tas ir risks но тот кто bet tas берёт ответственность. Kurš uzņemās atbildību. Он от Бога получает Viņš власть. Viņš no Dieva saņem varu. И у них есть успех. Un viņiem ir veiksme. Когда она делилась. Tad, kad viņa dalījās. Своим служением. Ar savu kalpošanu. У меня кровь стыла. Man asins stinga. Asins stinga. Он говорит, пастор Алексей. Viņa teica, mācītāji Aleksi. Вы даже себе не представляете. Jūs pat nestādīties priekšā. Какие чудовищные масштабы. Kādi briesmīgi. Современного рабства. Mūsdienīgajā verdzībā. Tisīči ženšiem. Tūkstošiem sieviešu. Dievušak. Meitenes. Priežājot v Evropu. Atbrauc uz Eiropu. Работать. Strādāt. A tam celēja mafija. Bet tur ir vesela mafija. Zabirājot dokumentus. Kas savāc dokumentus. Patsāžot na narkotiku. Usēdina uz narkotikām. I vyvodat na panel. Un izved uz ielām. I zarabatavot na nich. Un pelnu uz tām. Každý deň. Katru dienu. Это люди. Tie ir cilvēki. Tie ženšiņi. Šīs sievietes. Могут забеременеть. Вырклют. Они могут рожать. Tas var dzemdēt. Но на следующий день. Bet nākošā dienā. Их снова выводят. Viņus atkal izved. Некоторые из них. Даже новиньем. Вообще не в курсе. Vispār nezina. Просто домохозяйка. Vienkārši mājasēmniece. У которой трое детей. Kurai trīs bērni. Она дома. Viņa ir mājās. Она вообще не знает, что такое проституция. Nezina, kas ir prostitūcija. Но ее муж. Bet viņas vīrs. Безумец, который проводит время. Kurš laiku pavada. В этих игровых автоматах. Šīs spēļu automātos. Он проиграл свою жену. Viņš zaudēja savu sievu. Nospēlēja. И в один прекрасный день. Un vienā brīnišķīgā dienā. Когда она дома готовила tad, обед. Tad, kad viņa mājās gatavoja pusdienas. А дети бегали. Bet bērni skraidīja pa māju. Врываются такие мордовороты. Ielaužās tādi vīri. Берут её под руки. Paņem viņu aiz rokām. Куда? Uz kurieni? Тебя, твой Tevi, муж. Tevi, tavs vīrs nospēlēja. 10 лет. 10 gadi. На панели. Uz paneļiem. Иногда слушать страшно. Klausīties ir briesmīgi. Слушать страшно. Klausīties ir briesmīgi. Что происходит вокруг нас? Kas notiek apkārt mums?
И нам легче спрятать голову в песок. Веглак и нос лейб. И говорить, от нас ничего не зависит. Nekā no mums nav atkarīgs. Эта женщина. Šī sieviete. Могла сказать то же самое. Varēja pateikt to pašu. Но она сказала. Bet viņa teica. Если Господь со мной. Ja tas kungs ir ar mani. Если я все могу. Ja es visu spēju. Укрепляющий меня Иисусе. Tā spēkā, kas dara man stipru. No manis kaut kas. Будет зависеть. Būs atkarīgs. И можете представить. Un varēt stādīties priekšā. В течение последних 12 или 15 лет. Pēdējo 12 vai 15 gadu laikā. Gabriela Vetland. Gabriela Vetland. Со своей командой. Ar savu komandu. Благодаря совместным действиям. Pateicoties kopējām darbībām. И церкви, которая молится. Kas lūdz. И юристов. Gan juristiem. Которые помогают. Kuri iesaistās. Грамотно. Pareizi, atjaunot dokumentus. Благодаря СМИ. Pateicoties masmedijiem. Без лобби. Tāpēc, ka bez lobby. Очень сложно. Ļoti sarežģīti. Благодаря pateicoties дружеским draudzīgām связям, draudzīgiem sakariem, с депутатами Бундестага, ar Бундестага депутатiem. Вы понимаете, служение различное. Saprotiet, tā atšķirīga kalpošana. Мы сектанты, если наша деятельность. Sektanti, ja mūsu darbība окружена только церковными стенами. Ir tikai draudžu sienās. Царство Божие. Dieva valstība. Подобно горчичному зерну. Ir līdzīgi sinepju graudiņam. Которое бывает меньше всех семян. Kur ir mazāk par visām sēkliņām. Но когда оно вырастает. Bet tad, kad tā оно izaug, становится больше всех деревьев. Lielāk par visiem что kokiem. Что в этих ветках. Lai šīs zaros. Укрываются птицы разного рода. Paslēpties sputni visādi. Какой вывод отсюда? Šķirs, kāds secinājums no šejienes? Царство Божие. Dieva valstība. Это во-первых. Domuzīm pirmām kārtām. Глобализация. Globalizācija. А во-вторых, интеграция. Kārt, интеграция. Твое служение. Tava kalpošana. Оно должно viņai возрастать. Vajag pieaugt. Маленькое горчичное зерно. Mazs sinepju graudiņš. Оно однажды. Tas vienreiz. Должно превратиться. Tam jāpārvēršas. Большое дерево. Par lielu koku. И чтобы в ветвях этого дерева. Un lai šī koka zaros. Не просто одна стая. Nevis vienkārši. Птицы разного. Bet atšķirīgi putni. Укрываются. Слэптос. И представляете, она говорит, un за последние 15 лет. Viņa saka, 15 gadu laikā. Jā. Es. Перед Богом счастлива. Dievu priekšā esmu laimīga. Потому что нам удалось за это время. Tāpēc, ka mums izdevās par šo laiku. Освободить. Atbrīvot. 50 или 60. Vai 60. Женщин. Sievietes. Во-первых, из рабства. Pirmām kārtām no vergības. Это юридически. Tas ir juridiski. Во-вторых, освободить их от бесов, извращения. No izvirtības gariem. Такое творится. Tāpēc tur tādas чудовищные, briesmīgas lietas. Третье. Trešais. Они воцерковлены. Viņas ir draudzēs. То есть они стали viņas kļuva рожденными свыше. Un atdzima no augšas. Четвертых. Trešais. Они вышли замуж. Viņas apprecējās. Они стали счастливыми женами. Viņas kļuva par laimīgām sievām. И матерями. Un mātēm. И стоит вот эта Габриэла. Un stāv šī Габриэла. Я смотрю на нее. Un es skatos uz viņu. Как на героиню. Kā uz varoni. Какого-то новозаветнего романа. Kaut kādā jaunās derības romāna. Saku, Dievs. Ещё не перевелись. Vēl nav pazuduši. Вот такие герои. Tādi varoni. И героини. Un varones. Сегодня они. Šodien viņas. Бросают нам вызов. Met izaicinājumu mums. Которые многие из которых говорят от меня. Kuri daudz no mums saka. No manis nekas nav atkarīgs. Да если бы они все. Мыслили так. Vai domāju, to viņi visi tā. Этих 50 или 60 женщин. 50 vai 60 sievietes. Никто бы не освободил. Neviens tās nebūtu atbrīvojis. Они бы так бы и погибли. Viņas tā arī aizietu bojā. От венерических болезней. No венерискajām slimībām. От бесов. No ļauniem gariem. От наркоты. No narkotikām. И вообще от греха. Un vispār no grēka. Я сегодня просто задаю вопрос. Ja šodien vienkārši uzdodu jautājumu. За что? Par ko? Ты. Tu. Отвечаешь. Atbildi. Это не мне нужно. Tas nav vajadzīgs man. Это тебе нужно. Tas ir vajadzīgs tev. Территория моей. Manas atbildības teritorija. Кто-то за детей. Kāds par bērniem. Кто-то за этих. Kāds par tiem. Женщин. Sievietēm. Пару недель назад у нас был. Nedēļas atpakaļ pie mums bija. Служитель из Украины. Kalpotājs no Ukrainas. Геннадий Махненко. Геннадий Махненко. Который каким-то образом также. Kādā veidā tāpat. Работает с сиротами. Strādā ar bērniem. Он усыновил 32. Adoptēja 32. Парня. Вы можете себе представить? Jūs varat stādīties priekšā. Мужчина. Vīrietis. У которого своя семья. Kuram ir sava ģimene. И который мог бы говорить о личной жизни. Varat runāt par personīgo dzīvi. И он имеет на это право. Un viņam ir tiesības uz to. Но он сказал. Bet viņš teica. Я принял перед Богом. Es Dievu priekšā pieņēmu. Это решение. Šo lēmumu. Я хочу подарить счастье. Es gribu dāvāt laimi.
любовь, mīlestību, тепло, siltumu, тем, кто лишен, тем, kuriem tas ir atņemts, идет на улице, kurmētājs uz ielām, подвалы, viņš iet uz pagrabiem, находит брошенных, atrod pamestus, подростков, pusauģus, берет их к себе, paņem tos pie sevis, отмывает, nomazgā, кормит, baro, поет, dzirda, молится с ним, lūdz ar viņiem, объясняет, izskaidro, что есть другая жизнь, ka ir cita dzīve, и когда он служил, un tad, kad viņš kalpoja, я сидел, es sēdēju, и Господь еще раз открывал, un tas kungs vēlreiz atvēra, красоту, skaistumu, великих ответственных людей, lielos, обладающих властью от Бога, kuriem pieder var no Dieva, тебе не надо быть похожим на меня, tev nav jābūt līdzīgam man, я не из той компании, es neesmu no tās kompānijas, им не надо быть un похожим на меня, nav jābūt līdzīgam man, Gabriela, это Gabriel, не Геннадий Махненко, tas nav Геннадий Махненко, и Геннадий Махненко, un это Геннадий... не Gabriela, Махненко nav Gabriela, но у каждого из нас, bet katram no mums, должна быть территория, viņam ir jābūt teritorijai, kur ir mūsu atbildība, и что он делает, un ko viņš dara, мировой велопробег, pasaules velotūra. Он берёт этих 30 Viņš парней. Viņš paņem šos 30 и вместе с ним. Un kopā ar tiem. Садится на велосипед. Усадится uz велосипедiem. Это вот целая вот эта велосипедная команда. Šī велосипедная команда. И они от Калининграда. Un viņi no Kaliningradas. И до Сахалина. Un līdz Sahalinam. Через всю Россию. Cauri visai Krievijai. И в городах. Un pilsētās. Они проводят служения, которые проводили у нас. Viņi kādari darīja pie говорили, mums. Un runāja. Что Kabāriņu, количество сирот, kabāriņu skaits, и благополучных семей, un labvēlīgu ģimeņu, в городе, pilsētā, несопоставимые цифры, ir nesalīdzināmi skaits, счастливых семей больше, ģimeņu ir vairāk, чем брошенных сирот, nekā pamestu bāriņu, если хотя бы какая-то семья, un ja kaut kāda ģimene, могла бы установить, varētu adoptēt, вы подарили, dāvāt, великое благословение, liela svētība, и счастье этому ребенку, un laimi šim bērnam, так как вы сделали одному из малейших сих, esat darījuši vienam no šiem mazākajiem, вы это сделали мне, jūs to esat darījuši man, концов, beigu beigās, это даже не служение этим детям, tāpat nav kalpošana šiem bērniem, это служение, tā ir kalpošana, Господу Иисусу Христу, tam kungam Jēzum Kristum, он стоял, viņš stāvēja, я смотрел на него. Es skatījos uz viņu. Мне много что могло быть нравиться. Un man daudz kas varēja patikt. Мне много чего не нравилось. Man daudz kas varēja nepatikt. Но когда я вижу ответственного Bet tad, es redzu atbildīgu cilvēku. Над которым пребывает власть Божья. Par kuru ir Dieva vara. А значит, открытые двери. Atvērtas durvis. Я уважаю es этого человека. Cienu šo cilvēku. И в моем сердце рождается респект. Когда ты берешь ответственность, tad, kad tu uzņemies atbildību, тебе Господь дает власть, tev tas kungs dod varu, и сверхъестественное благорасположение, un pārdabisku labvēlību. Minūtičku. Minūtīti. Подумайте только. Padomājiet tikai. В Голливуде. Холливуда. Известный режиссер. Pazīstams režisors. Обратил внимание pievērsa на служение. Uzmanību šai kalpošanai. И был снят. Un tika veidota dokumentālā filma. Об этом служении. Par šo kalpošanu. Это было в Голливуде. Tas notika Hollywoodā. Это не в Мосфильме tas было. Tas nav Mosfilm. А это было в Лос-Анджелесе. Bet tas bija Los Angelesā. Бог поднимет. Dievs pacels. А можно было сказать. Bet varēja arī teikt. От меня? No manis. Ничего не зависит. Nekas nav atkarīgs. Это родители прокляты. Vecāki ir nolādēti. Которые бросили детей. Kuri pametuši savus bērnus. И можно всю жизнь разбираться с родителями. Visu laiku Tik skaidrībā ar vecākiem, бросили детей, kuri pameti šos bērnus. А детям от того, что ты разбираешься с родителями. Kad tu tiec skaidrībā ar vecākiem. Ni холодно, ni žūt. Ne augsti, ne karsti. И мы можем всю жизнь. Un mēs varam visu dzīvi. Искать причины. Meklēt iemeslu. Вместо того, чтобы с обочины. Tā vietā, lai noceļamalas. Поднять этого человека. Pacelt šo cilvēku. Помните, да? Atcerieties. Пришли к Иисусу. Atnāca pie Jēzus. А что самое главное в твоей религии? Bet kas galvenais tavā reliģijā? Что самое главное? Kas ir pats galvenais? Твоё учение? Tavā mācībā? И Иисус говорит? Un Jēzus saka? Самое главное? Pats galvenais. Это две заповеди. Ir divi baušļi. На котором всё стоит. Uz kura viss balstās. Возлюби Господа Бога твоего. Iemīli Dievu savu kungu. Всем сердцем, всей душой. Ar visu savu sirdi un dvēseli. И ближнего savu. Un tuvāko savu. Как самого себя. Kā sevi pašu. А ему говорит, а кто же мой ближний? Bet viņam prasa, kas ir mans tuvākais? Их же так много. Viņu ir tik daudz. Иисус говорит, а вот теперь вы слушайте. Ну тогда klausieties. Был один человек. Bija viens cilvēks. Который вышел из Иерусалима. Kurš iznāca no Jeruzalemes. И пошел в Иерихон. Un gāja uz Jeriku. На него напали разбойники. Viņam uzbruka laupītāji. Избили. Piekāva. Раздели. Izdērba. Ограбили. Aplaupīja. И он лежал на обочине. Un viņš gulēja ceļmalā. Я недавно был в Израиле. Es nesam biju Izraēlā. 45 градусов. 45 grādi. Под солнцем. Zem saules. Июнь месяц.
Jūnija mēnesī. Это с ума сойти. Prātā var sajūt. Я раньше судил евреев, что они роптали. Tiesā ebrejs, ka viņi kurnēja, ka bija kārsti, kad viņi gāja uz apsolīto zemi. Сейчас я осторожничаю. Tagad es uzmanīgāk to saku. Потому что когда ты Tāpēc, tad, kad просто из машины вышел, vienkārši no mašīnas izkāpi, и до туалета дошел, un aizgāja līdz tu уже роптать начал. Tu jau sāk kurnēt. А там машин не было. Bet tur toreiz mašīna nebija. Это просто вот топ, vienkārši топ, gāja. Топ. Да, да, да. И вот лежит на такой жаре, tādā karstumā, этот несчастный человек, šis nelaimīgais cilvēks, и мимо него, un garām viņam, идут, iet, представители, pārstāvi, церкви, draudzes pārstāvi, священник идет, priesters iet, который заповеди должен знать, kuram jāzina baušļi, и он посмотрел, viņš paskatījās, не надо было из Иерусалима выходить, teic, nevajadzēja iet prom no Jeruzalemes, каждому свое, чувак, katram ir savs puis, ну, держись, nu, turies, что такое? Kas tas ir? Bezatbildība. Pašol pamaloža služīt. Gāja jaunāks kalpotājs. Smatrīl. Skatījās. Da, nepavizlo. Jā, nepaveicās. Vzēl etat telefon. Paņēma telefonu. Sfotals. Nobildējās. Sanšēl tak sfotal, potom. No sākuma tā nobildējās. Jā, na darogi, etat muž. Es ceļu malā. Vsio хорошо. Viss kārtībā. Davai. I Facebook vistēl. Un Facebookā ielika. Если что, там по дороге валяются люди. Tur ceļmalā mētājas cilvēki. Знаете? Zināt? Опасная. Бистама лета. Опасная схема. Бистама схема. Безразличие. Vienaldzība. Делает человека скептиком. Dara cilvēku par skeptiķi. А скептики. Bet skeptiķi. Rano или поздно становятся циниками. Agri vai vēl kļūst par ciniņi. Циники – это самые страшные. Ir paši briesmīgākie cilvēki. Безразличие. Vienaldzība. Скептицизм, скепсе, цинизм, цинизмс, самые опасные, бистамаки, это циники, те циники, люди умирают, человек мирст, им все равно абсолютно, у меня пилные виналга, что там, так вот прошел так, священник, престер сайзгая, я не знаю, был ли он скептик, если не знаю, может быть скептик, или циником, вы его цинитесь, не знаю, не мое дело, но мало ли это. Шел помоложе. Гай Яунакс. Начинающий скептик. Саку, еще неопытный циник. Не би пердзейс циничес. Которого вообще не зацепил. Куру виспар пат не айскара. И потом после этого. Он пец там. Идет самарянин. Иет самариетис. И что-то его заставило остановиться. Он каука спецбед в нем обстатес. Знаете, что является началом. Юзнет касир. Ответственность. Отбилдиба сакумс. Это чувствительное сердце. Тар ютик сердц. Это просто милосердие. Tā ir vienkārši žēlsirdība. Это человечность. Tā ir, tas ir cilvēcīgums. Можем говорить о помазании. Varētu runāt par svaidījumu. А Господь к нам взывает, tas kungs, человечности. Saka, cilvēcīgumu drusciņ. Чуть-чуть человечности. Cilvēcīgumu drusciņ. Чуть-чуть милосердия. Drusciņ žēlsirdību. И у вас столько помазания будет. Un tik daudz svaidījumu jums būs, ka pat nestādīties priekšā. И он остановился. Un viņš apstājās. Да, не повезло. Un saka, jā, nepaveicās. Он не разбирался с причинами, почему произошло. Сейчас родословное проклятие разрушает будет. С кем твоя бабушка, с дедушком, с каким спала? Мы сейчас разберем твои сердце. Да угомонись, помоги человеку. Он умирает в данный момент. Дотай амирклей. И он взял вино. Он взял вино. Он вытер. Ну давай, старина. Ну, целес. Взял, посадил. Усадинаю. В гостиницу. Айзеду в вестницу. Может, ночь провел с ним. Varbūt nakti pavadīja ar viņu. Потом хозяину гостиницы отстегнул. С viesnīcas saimniekam samaksāja. Может, еще сутки. Un saka, varbūt viņš vēl diennakti nogulēs. Это означает. Tas nozīmē. Ответ на вопрос. Atbild uz jautājumu, kurš ir mans tuvākais. Тот, кто оказал. Tas. Милость. Kurš parādīja žēlstību tev. Хотя бы этот. Kaut vai tas cilvēks. Pusi būdiet. Lai tev ir tavs tuvākais. Возлюби Господа Бога, Иемил, Диел, который тебе милость оказал, куш то порадуй жалостиб, и ближнего твоего, он саву тува, который тебя с обочины хоть один куш, раз, ты вино цель мел скаут вену рейзи. А теперь, бет тагад, если тебе помогли вчера, я тебе палидзея вакар, пожалуйста, тад лудзу, возьми ответственность, узними сад билди, хоть за кого-то, каут пар вену. Мы все
все разные. Mēs visi esam atšķirīgi. У нас у каждого своя доля ответственности. Mums katram sava atbildības daļa. За что отвечает президент? Par ko atbild prezidents? За это не отвечает гражданин страны. Пилсонис, валс пилсонис. Но сегодня моя молитва, сегодня мана лукшена, драуги. Наша церковь переполнится. Mūsu draudz pārpildīsies. Когда хоть кто-то из нас. Kad kāds no mums. Возьмёт хоть за кого-то. Uzņemsies kaut par kādu. Ответственность. Atbildību. Молиться. Lūgt. Посещать. Apmeklēt. Приглашать. Uzaicināt. Мы не живём на необитаемом острове. Mēs nedzīvojam uz neapdzīvotas salas. У вас родственники. Jums ir radinieki. У вас соседи. Jums kaimiņi. У вас друзья. Jums draugi. В городе есть люди. Pilsētā ir cilvēki. Давайте хоть за кого-то. Kaut par kādu. Возьмём ответственность. Uzņemsimies atbildību. Programma plus 1. Programma plus 1. Это простая. Tā ir vienkārši. Гениальная программа. Bet ģeniāla programma. Если бы каждый из нас. Ja katrs no mums. Хотя бы за двух. Kaut par diviem. Или за трёх. Vai par trījiem. Нёс реальную ответственность. Nestu reālu atbildību. Неужели бы за год. Vai patiešām gada laikā. Из этих трёх. No šiem trījiem. Никто. Neviens. Не ответил бы. Neatbildētu. На приглашение. Uz aicinājumam. Знаете, почему церкви не растут? Zināt, kādēļ draudz neaug? Потому что мы эгоисты. Tāpēc, ka mēs esam egoisti. Мы отвечаем только mēs за себя. Mēs atbildam tikai paši par sevi. И нам не нужны люди на обочине. Mums nav vajadzīgi cilvēki ceļmalā. Нам они вообще, пусть они mums сами vispār решают вопросы. Lai viņi paši risina savus jautājumus. Все поменяется. Viss mainīsies. Когда мы Божьими глазами. Tad, kad mēs ar Dieva acīm. Посмотрим на других людей. Paskatīsimies uz citiem cilvēkiem. И возьмем ответственность. Un uzņemsimies atbildību. Хоть kaut за кого-то. Par kādu. И захвачу с собой. Un paņemšu sev līdzi. Ещё кого-то. Kādu. И когда ты будешь возьмёшь ответственность за этого человека. Kad tu uzņemsies atbildību par šo cilvēku. Un lūksi. Господь тебе даст власть. Tas kungs iedos tev varu. Над этим человеком. Par šo cilvēku. Ты будешь молиться. Tu lūksi. И решится вопрос. Un jautājums atrisināsies. Когда мы будем сейчас молиться, друзья. Tad, kad mēs tagad, draugi, lūksim. Давайте попросим Господа. Palūksim чтобы kungu, он показал нам. Lai viņš parāda mums. Территорию. Нашей персональной ответственности. Atbildības teritoriju. Часто мы жалуемся, потому что неуважение. Мы жалуемся, когда тебя не ценят, тебя не уважают. Тебя не ценят. Всегда будет вопрос, за что. Vienmēr jautājums ir par ko. Тебя будет вопрос, за что. Tev būs jautājums par ko. Люди, у которых есть ответственность. Cilvēki, kuriem ir atbildība. Люди, у которых есть власть. Cilvēkiem, kuriem ir vara. Люди, которые знают территорию своей ответственности. И имеют результаты. Viņiem ir rezultāti. Они даже не нуждаются в том, чтобы кто-то признавал или почитал. Они получают удовольствие от той работы. Saņem gandarījumu no tā darba. От того служения. No tā kalpojuma. Которое они несут. Kuru viņi nes. И этого достаточно. Un tas ir pietiekami. Господи, вышли делатели своих на Ниву. Лаука, который пожелтела, которая вер готова и готова к жатве. Амен. Амен. Самый прямой вопрос. Подстешакай себя. Я думаю, здесь много пасторов. Я думаю, соберите своих лидеров мастера, и каждому в лицо задайте, за что ты отвечаешь. И запишите. За кого ты отвечаешь? Запишите. Перхсты. За какую сферу ты отвечаешь? Ту отбилды. И что ты делаешь? Ку ту дары. Для того, чтобы там эта земля, земля, этот участок расцвел усплаукту, и принес плод augus, и принес результаты. Результатус. Амен. Амен. Вы понимаете, это jūs saprotat? Это работает. Tas ir darbs, tas хоть strādā. В персональном отношении. Хоть в персональном отношении. Хоть в глобальном. Vai globālā. Есть такая страна. Ir tāda valsts. Которую люди называют экономическим чудом. Kuras cilvēki sauc par ekonomisko brīnumu. Сингапур. Сингапура. Там был и наркомания. Tur bija narkomānija. Там было и убийство, насилие. Tur bija slepkavības, vardarbības. Коррупция была. Коррупция была. Многие страны сегодня, о, да проблема коррупции. Говорите, о, коррупция с проблемой. О, как победить ее? Как узварить то? До тех пор, пока ты не возьмешь ответственности, у тебя не будет власти не варас, решить эту проблему. Отрицена, что я утаю. А если ты часть этой коррупции? Ведь это если дали ножи из коррупции. Ну откуда ты взял, что ты эту проблему решишь? Как ты думаешь, как ты отрицаешь, что я утаю? Почему Иисус победил этот когда мир? Когда Иисус верит, что посол? Он говорит, вы не от мира. Нас, как и я не от мира. Но посол, вы не, не часть этой системы. Не дали системы. Вы часть Царства Божьего. Если дали Деву волстейба. И только в этом случае. Он такой, если ты гадима, не часть этой системы, системы. У тебя есть все шансы победить этот мир, узрей, потому что мы не от мира. Что посол? Табец Nesam no šīs pasaules. Я повторю эту мысль. Es atkārtošu šo domu. Рождённый от Бога. Dzimis no Dieva. Побеждает мир. Uzvar pasauli, потому что они не от мира. Nav no pasaules. Так вот, когда пришёл к власти.
Когда нас пиварас. Очередной премьер-министр. Картейс премьер-министр. Я сказал, мы будем решать эту проблему. Он считает, мы с Риснасом что я. Он посадил сколько? 7 или 10 Винч... министров в тюрьму? Если на сказал, министров, все это не вы от не я от вас буду зависеть. Не вы от меня. Эс... В тюрьму. Открыть но ёмс, быть ус но манис, все это. Судье назначил. Тесносим. Куда сумасшедшую зарплату? Но ты из какого длил арбатика? Сколько миллионов? Циктур миллионс. Короче, огромные. Что ни одна взятка лай не, венц кукулс, а, не повлияла бы не на него. Ну что ты получаешь миллион, а тебе 100 тысяч дают эй. Кого ты хотел удивить? Ко ты гребе избринит? Смертная казнь Навесот. За торговлю наркотиками. Пар наркотик я однажды пересекал эту границу. Эс вен в анкете было написано. Анкета бы ракстейте. За провоз. Пар вещану. Наркотических средств. Наркотическая смертная казнь. Навесот. Человек взял ответственность. Cilvēks uzņēmās atbildību. И навел порядок. Un ieveda kārtību. Там нету наркомании. Tur nav narkomānijas. Там нету проституции. Tur nav prostitūcijas. Там машины открытые. Tur mašīnas stāv atvērtas. Там никто не ворует. Un neviens nezog. Если ты не смыл бачок, ja туалете, tu nenorā... $150 штраф. Tualetē podu, $150. Почему у нас воняют туалеты? Kāpēc mums смердь туалет? Никого не штрафуют. Tāpēc, ka mums за то, что после туалета человек ушел просто так. Aizgāja vienkārši tāpat. Бросил жвачку. $100 штраф. $100 сот. Если ты из машины что-то выкинул, ja tu no mašīnas kaut ko izmeti, тебе такие штрафы. Tev tādus sodus uzliks. О чем я это говорю? Par ko es runāju? От меня. No manas. Ничего. Nekas. Не зависит. Nav atkarīgs. Говорят слабые, безответственные люди. Безответственные cilvēki. От меня. No manas. Будет. Будет. Кое-что зависит. Kaut kas atkarīgs. Говорят ответственные, отбилдиги, сильные люди, он стипри человеки, которых Бог благословляет, святи. Вам не кажется странным? Jums nelikas dīvaini. Твердого духом, kas stingra gara cilvēku. Господь хранит, tas kungs sargā, в совершенном мире, pilnīgā mierā. Твердого духа. Stingra gara cilvēku. Господь, ну слабаков Liktos. Держи. Ну vājos turi. Вот когда слабаки станут сильными, bet kvāja kļūs stipri, вот я их буду хранить. Tad es arī viņus sargāšu. Братья и сестры. Брали un māsas. Сегодня время. Šodien laiks взять ответственность. Uzņemties atbildību. Если кто-то уже взял ответственность. Ja kāds ir uzņēmies. Молодец. Молодец. Благословит. Lai Dievs tevi sveitī. Un umnožает. Un vairo. Но мы должны наполнить bet церковь. Mums ir jāpiepilda draudze. Ответственными. Ar atbildīgiem людьми. Cilvēkiem. Которым Бог. Kuriem Dievs. Даст власть. Dos. И полномочия. Un pilnvaras. Поэтому, когда церковь будет состоять. Tad, kad draudze. Из этих принципиальных. Būs. No šiem principiālajiem un atbildīgiem cilvēkiem. Исполнится слово. Tu piepildīsies vārds. Что церковь свяжет? Ko draudzes sies? Будет связано. Tiks sasiets. Что церковь развяжет? Ko draudze atraisīs? Будет развязано. Tiks atraisīts. И церковь в этом случае перестанет говорить. Un draudze tajā gadījumā beigs runāt. От меня ничего в этом городе не зависит. Люди, которые взяли ответственность. Cilvēki, kuri uzņēmās atbildību. Изменят статус церкви. Izmainīs draudzes statusu. Во что мы верим? Un draudze pateiks, ka mēs ticam. Происходить. Tas arī notiks. В моём городе. Manā pilsētā. И будет происходить в моей стране. Manā valstī. Amen. Давайте закроем глаза и будем молиться. Aizversim acis un lūksim. Aleluja. Kirma kalma rolere broshala. Arma getola manje. Bramble sa probale chandoli maroloria. Glemar gema serba jena lambro bai. Kolmare le reglo sa jenda la broshie de le. Bramble sa roger baje glete le grobe janda. Aleluya. Bless sola meniri amba. Brambla sa chimbla kota le barrobe de Piena la mare sor ma chiamba le logal mahaya Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись к сердцам своих детей, сыновей и дочерей, разрушь всякий эгоизм, равнодушие и безразличие, прикоснись к нашим сердцам. Твое слово говорит, будьте милосердны, как милосерд Отец Небесный. Я прошу во имя Иисуса, благослови. Благослови пасторов, святые мацитаю, благослови лидеров, святые лидерус, благослови всех людей, святые Иисус, которые здесь, курирщей, драгоценный Дух Святой, святый Сгар, я прошу тебя, покажи каждому из нас, каждому из нас, территорию нашей ответственности, пусть наше служение будет
плодотворным. Lai mūsu kalpojumi ir auglīgi. Пусть будут плоды и результаты. Lai ir augli un rezultāti. О, драгоценный Дух Святой, прошу Тебя, покажи территорию ответственности. И я прошу Тебя, дай нам ключи к обстоятельствам и ко всем дверям. Дай авторитет и дай эту власть. Во имя Иисуса, пусть наши церкви наполнятся ответственными людьми. Помазывай, Господь, тех, кто взял ответственность и даруй им власть. Пусть дом Бог превратится в дом молитвы. Пусть в наших городах приходят глубокие перемены. Благодарю Тебя, Дух Святой, и прошу во имя Иисуса Христа, открывай свою волю, чтобы мы знали свое предназначение. Ответственность как естественная платформа для сверхъестественной власти. Переводи от силы в силу. Переводи от веры в веру. Поднимай, Господь, на новый уровень. Помазывай свежим елеем. О, территория ответственности. Это территория чудес. Территория ответственности. Это территория славы Божьей. Они возвращаются. Они вернутся. Твои глаза увидят возвращающихся сыновей и дочерей. Аллилуйя. И твою землю никто не будет называть пустынею. Она расцветет и принесет великий плод. Гармари локра маджила грабеджала. Армани легре джанделерия. О, помазывай, драгоценный Дух Святой, твоих сыновей и твоих дочерей. Я прошу, положи на сердце то, что ты полагаешь. Пусть никто не уйдет с этого служения налегке. Возложи бремя ответственности кому-то за детей, кому-то за друзей, кому-то за правительство, кому-то за свою землю, кому-то бремя молитвы за своего пастора, за своего служителя. Боже, пусть никто не идет налегке. Иисус сказал, кто идет за мною и не берет креста своего, тот недостоин меня взять крест. Это значит взять ответственность. Возьми крест. Возьми ответственность. Молись на языках, скажи, Господь, покажи. Скажи, Господь, покажи эту ответственность. Покажи мне в проломе, за что и за кого я должен стоять. Обнови, Господь, мой взгляд на территорию моей ответственности. Армина лема солеме, камена лосима, армина лексаме, армина лосима. Армина лесима, армина леброса, камена лмора, ала менериам лосим глоу. Ale maresi manane, ala mane, Господь прямо сейчас проводит ревизию. И я вижу в духе, как Господь снимает с кого-то бремя, которое не Бог положил, и дает свое бремя.
Иисус говорит, возьмите иго мое на себя. И возьмите бремя мое на себя. Ибо оно благо. Ибо оно легко. Господь снимает неудобно носимые бремена, от которых ты падал. И говорит, это не мое. Я возлагаю на твои плечи то, что мне угодно. Молитесь на языках. Господь работает с твоим сердцем, с твоим сознанием. Hallelujah. Kela melam rosimlagele ardamele aglamane kale mermo armen allora me kila masura me ale rome tola manela le ale la le. Возьми сейчас свою жертву. Жертва активизирует духовный мир. Жертва открывает волю Божью. Воля – это Божья путь к откровению. Жертва открывает глаза. Жертва открывает сердце Отца. Когда Саул и его слуга принесли жертву Самуилу, Господь открыл волю и положил на его плечи ответственность быть царем над Израилем. Когда мы приносим жертву, Бог рассеивает всякий туман и дает конкретику. Кто я? Где мое место? За что я отвечаю? Ты не должен отвечать за то, за что тебе Господь не поручил отвечать. Каждый из нас отвечает за свой участок, за свою территорию, за свой огород, за свое призвание. Возьми жертву. И скажи, я хочу знать волю Твою. Я хочу знать, куда идти. С кем. Я хочу знать бремя, которое Ты возлагаешь. Иисус, Твое иго благо. И Твое бремя легко. Я пойду за Тобою, но я буду нести свой крест. Я не понесу чужой крест. Я понесу свой крест. Открой мне волю свою. Возьмите сейчас свою жертву. Поднимите ее, пожалуйста. И помолитесь вместе со мной. Скажи, Отец, я благодарю Тебя за это пророческое помазание. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь истину. Я хочу знать территорию моей ответственности. Я не хочу идти за Тобой, не беря крест. Я прошу Тебя, дай мне видеть, за кого я должен стоять в прологе и во имя каких целей я должен следовать этими маршрутами. Я хочу знать волю Твою. Открой мне ее. Я хочу быть ответственным человеком, обладающим Твоей властью. Если у меня есть власть, я буду иметь успех. И мои победы прославят Тебя. Мои победы и мой успех возвеличат Твое драгоценное имя. Благодарю Тебя за то, что моя церковь будет наполнена ответственными людьми, которые будут служить не только себе, но и ближним. Я благодарю Тебя за ответственную церковь, которая изменит судьбу своего города и своей земли. Я приношу эту жертву для того, чтобы Твой божественный порядок и Твоя конкретика наполнила мою жизнь.
мою судьбу. Прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Амин. Ашеры, пустите ведра по залу. А мы продолжаем молиться. Кирма халару джомба. Пина лалама сулал менедири. Химанна лалэ сору. Хиламан мальмо сору. Kirmana lembra samela leri ala manek ma armena legro me armena lembra ge ale ma sho ale manek sumelo le ale manesila rambla ale globre ale globre segla mala logra ma Arbani la kumbedo lere vergi lore ba Armani la grable shetele bare lo logre vergi la Mar mandela arrato che bo gioca da Arba che betto la de ciò che melere Ardomina lo che malego le vara Barmani la crome de le grave cele Alleluia Alleluia Che la menele Alame, Kelame, Alama so, Alamane, Alama so, Amen, Alexa, Alebore, Alaba, Chiri, Borini, Gramba, Alebra, Vecile, Grevecile. Bramele rigrosse cile greve cila gromangela Kira la la brossa cembla arba le rigros Kira la brossa cende le roglo scederi Ramble scederi, able scederi, able scederi Я приглашаю всех пасторов сюда. Пожалуйста, давайте будем молиться сейчас. Все пасторы, проходите сюда. Давайте пророчество, чтобы Господь утвердил в наших церквах божественный порядок. Чем больше ответственных людей в церкви, тем более упорядочено и дисциплинировано в церкви. Давайте будем вокруг алтаря пророчеств. Аллилуйя. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu svētību, par Tavu gudrību un Tavu gara vadību. Mēs lūdzam, Tēvs, dod mums šo atbildību pār pilsētām, pār to, ko Tu mums esi uzticējis. Tās palīdz mums nešu šo krustu un priecāties par to, ko Tu dod. Tās, lai Tavs prāts notiek visā Latvijā, Jēzus Kristus vārdā, lai visi cilvēki noliec kājām priekšā ceļus. Tās, Tu esi valdnieks šī zemē, un mēs atdodam visu un godu tikai Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs pravietojam, ka šī pilsēta pieder Tev. Šī pilsēta noliecies Tavā priekšā un piezims jauni kalpotāji. Un nāks Tavā priekšā, Tevs, visi, kas noliekas zēļus Tavā priekšā. Slava Tev un gods, Jēzus Kristus vārdā! Dievs, Tu dod gribu un veiksmi, kungs, pestītā. Dievs, lai nāk Tavs spēks, Tavs dzīvība par cilvēkiem, kungs. Tas, kas guļ, lai pamostās, lai cejās, lai ieņem savu vietu, kungs, pestītā. Kungs, šī atbildības sajūta, lai nonāk par viņiem, Dievs, ka viņi nevar neko citu darīt, kā viņi padodās Tev, kungs, tā. Jēzus vārds. Amen. Kungs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, ko Tu sūti. Kungs, Tu sūti savu vārdu, lai Tavu draudz taptu stipri Tavā spēkā. Tavā varenajā spēkā, kungs, Tu dod atbildību katram. Tu esi aicinājumi Tev uz katram, kungs, es lūdzu, lai katrs dzird Tavu aicinājumu, Tavu vēstījumu. Un lai uzņemās, kungs, to, kas, ko Tu esi devis, Tava nasta ir viegla. Bet lai katrs var to redzēt, lai katrs var to uzņemties un saņemt varu no Tevis, kungs, lai draudz ir tāds, ko Elles vārds nevar uzvarēt, Jēzus vārdā. Lai Tavs vārds ir pagodināts šīs zemes, lai šī zeme ir svētīta, lai draudzis ir svētīts Jēzus vārdā. Amen. Halleluja. Halleluja, Tēvs, mēs lūdzam Tev. Tavu svētā gara spēku, Tavu svētā gara uguni par Latviju.
Tavs svētā gurugu un par kurzem tēvs, lai no četriem vējiem nāk tavs gars, lai paceļas tava armija, lai paceļas tev tautas spēkā tēvs, noliec katru savā vietā Jēzus vārdā, lai var piepildīties tevi apsolīm, lai var piepildīties tavs vārds, ko tu esi teicis, tavs svētā garuguns par visu zemi, tavs svētā garuguns par visu kurzemi, tavs svētā garuguns par draudzēm, tavs svētā gar spēks par Latviju, tavs svētā gar spēks par katru ciemu, Jēzus Kristus vārdā, lai nāk tava valstība, slavā godā un spēkā, Jēzus Kristus vārdā, pieskaries mums Dievs, aleļuja! Jēzus vārdā šīs mirušās ielēs atdzīvojas, lai atdzīvojas mūsu dievnami. Kungs, lai tavs vārds ir spēcīgs, spēcīgs, spēcīgs šai zemē, Jēzus vārdā paceļ. Paceļ tie, kuri vēl guļ. Paceļ tos, kuri vēl nenes savus krustus. Jēzus vārdā, kungs, paceļ mūs, lai mēs drosmīgi paņemtu savu krustu, savu atbildību. Kungs, es tev lūdzu, lai ceļas tavu pielūdzēji, iepūt mūsu šo dzīvības dvaršu, šo garu, kas kādreiz pacel šo zemi, kas pacel šo zemi 200 gadus atpakaļ, kas pārveido šo zemi, kungs, es tev lūdzu, lai šis gars ir uz mums, lai uz mums ir šis gars. Jēzus vārdā mēs tev lūdzam, mēs tev pateicamies, kungs. Halleluja. Par šo pravietisko vārdu. Mēs Tev pateicamies, kungs, par šo pravietisko vārdu. Mēs Tev pateicamies, kungs, par šo pravietisko vārdu, ka Tu gaidini mums, lai mēs uzņemamies šo īsto atbildību, lai mēs atrastu savu īsto vietu. Kungs, lai mēs atrastu savu īsto vietu, kungs, mēs Tev pateicamies par šo vārdu šodien. Kungs, un mēs Tev lūdzam, lai Tavs gars, kas ir mūsos, lai tas palīdz mums atrast. Lai Tavs gars, kas ir mūsos, lai palīdz mums atrast šo savu vietu. Пусть поможет найти на это свое место. Саву вету. Свое Саву место. Исто вету. Свое настоящее место. Кушь нас на влёте смага, но ты не рад вилдинг. Тур век дрос, мне ты дал спек. Там надо храбрости силы. Jēzus vārdā, palīdzi mums nomest nost šo nevajadzīgo, lai mēs ietu savā vietā. Пусть мы сможем сбросить ненужное, чтобы войти в свое. Алтарь акмени. Kā dzīvi altāra akmeņi. Mēs šo zemi graznotu. Lai mēs šo zemi atdzīvinātu. Kā dzīvi altāra akmeņi. Kā dzīvi altāra akmeņi. Kā dzīvi altāra akmeņi. Kā gars, kurš runā. Kā gars, kurš runā. Mēs esam atzīvuši. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, kungs, Jēzus vārdu. Mēs Tev pateicamies par šo vārdu. Lai šis vārds iet dziļi mūsos. Lai šis vārds iet dziļi mūsos. Pusti это слово будет. Lai nāk izmaiņas uz šo zemi caur mums. Pusti придут перемены в эту землю через нас. Lai mēs esam kā dzīvi avoti. Kā avoti, kas izver dzīvību. Tur, kur ir nāve. Ka mēs varam izvirst šo dzīvību. Kā ručьи, которые приносят жизнь. Lai mums plūst šī dzīvība, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam. Halleluja. Sora musita beka šis dzīvība. Sora darabadi didi jalorabusis. Sora darabaka sadabašas. Sirondo roboshi da 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 yavos. Helo boso da boshi sisi. Hora da da ba da da yavos. Batil shu semi robosaya. Hey roboso da da. Esam zaudeš, pazaudeš shu. Atmodas gara ka shet me. Oh roboso da da. Helo boso da da. Esam pazaudeš savus šķirst. O, mans kungs, lai tas atgriežas ar mums. Hero basida bakašitija. Hero basada dada basata ja basa. Hero dada basada dada basa. Hero basida bakašitija lo basa. Hero dada basada dada dada basa. O, dada basada dada basa. Hero basada bakašitija. Hero dada basitija basa. Hero dada basada dada. Hero dada basida bakašitija. O, dada basitija basa. Hero dada Aleluya, sana basa. Ora da 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 da
Dari mūs, kungs, par šiem šķirsta nesējiem. Kungs, ka mēs esam tie, kas atnes atpakaļ. Tavu derību šķirstu šai zemē, ka tā uzplaukst, kungs, ar labas Lai mūsu altāri nav kā bez šķirsti. Lai mūsu altāri nav tukši, kungs, ar labas Lai atnāk atbildība. Katram stāvēt savā vietā uz šiem mūriem un atjaunot. Každomu būt na svojom mieste na etik scenach. Labas ir labas ir labas ir Katram ar savu atbildību, ar savu nāmu, ar savu pilsēm. Každomu sa svojim atviesenestju. Atjaunot šos mūris. Atjaunot šo vietu, stieni. Kur ienāk, kur ienest šo derību šķirstu. Šo svētību avotu. Hora basīda bekeši sīja. Erandara basīda bekeši tie, kungs, mēs gribam. Mēs gribam Tev pazīt. Kungs, nevienkārši, kā vienkārši Dievu. Mēs Tev gribam pazīt, kā spēka avotu. Kā spēka avotu. Halleluja, savu pasītī. Sorandara basīti, dabašīta basīti. Sorandara basīti, dzīvi. Ela basīta, dabasīta, bekeša satāja basīti. Erandara basīta, dabašīta basīti. Mēs Tev lūdzam svētais gars. Tas gars. Tas gars, kas bija izliet šeit Latvijā 200 gads atpakaļ. Kā Tvēja sīla izdīlēs 200 lietu nazad šeit Latvijā. Kungs, mēs lūdzam, lai tas gars ir atkal uz mums šis svaidījums. Aptiek uz Tev šajā darbā. Pusti tā pamazanie vērņotsa. Lai atgriežas. Pusti vērņotsa. Lai atgriežas. Pusti vērņotsa. Lai mūsu tauta meklē to kungu visur un vienmēr. Pusti naš narod iššit Gospada vizdē visada. Lai mēs esam tie, kas runā ar spēku un varu. Пусть мы будем теми, которые говорят силой и властью. Lai mūsu vārdus nevar aizmirst. Чтобы наши слова не забывали. Lai mūsu vārdi runā. Пусть наши слова говорят. Lai atgriezties no ļauniem ceļiem. Чтобы вернуться от неправильных дорог. Путей. Пусть придет эта ответственность за свою землю. За свой дом, за свой город. Пусть мы станем настоящими праведниками, не юридическими, но искренними. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Духs Святой пришел. Но он хочет нас свайдить. Приди, Дух Святой, помажь нас. Измени нас. Измени нас. Измени нас. Нам потешно все 10 петертос. Чтобы нам действительно эти 10 ухватились за нас. И спросили, где твой Бог? Благодарю Господь Тебя, что у нас есть священник, пророк. И мы по Твоему Слову принимаем, как сказано в Твоем Слове. И мы верим Господу. И чтобы мы послушались пророкам. Это даст нам победу. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем это Слово. Мы принимаем это Слово. Мы будем искать свой крест. Свою точку ответственности. Чтобы Твоя Слава могла излиться. И эта земля расцвела. Аллилуйя. Аллилуйя. Так я спеням то, так я то Скажи, я это принимаю. Я спеням, мне не боюсь этого креста. Я не боюсь этого креста. Ламус не будет
no šī krusta, par ko šodien mācītājs runāja. Чтобы этот крест, о котором пастор сегодня говорил. Lai mums nebūtu no tā bailes, kā no kapsētas krustiem. Чтобы мы не боялись этого креста, как креста в кладбище. Šis krusts ved uz dzīvi. Этот крест ведёт к жизни. Amen. Amen. Sekusmēr, kad pasaka, viss būs labi. Улыбнись и скажи, все будет хорошо. Man tā kādreiz Aleksējs teica, viss būs labi. Как мне пастор когда-то сказал, все будет хорошо. Viss būs labi. Все будет хорошо. Amen. Amen. Mēs varam. Ещё раз хочу просто вас поздравить сердечно с этой датой. И поверьте, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Gribu apsveikt ar šo datumu un Dievam neviens apsolījums nepaliek bezspēcīgs. Вот Бог свидетель. Совсем другую проповедь мы с Айгаром готовили. Kādu spriedīti mēs ar Aigaru gatavojam? В Библию закладочки делали другие совсем, я её вообще не открыл. Bībelē likām atzīmes. То, что вы слышали, это то, что у Отца Небесного в своём сердце. Tas ir tas, он любит нашу землю. Viņš mīl mūsu zemi. Он хочет глобально её изменить. Viņš grib globāli to izmainīt. И я благодарю Бога за то, что вот в этом регионе есть пасторы. Es pateicos, ka šajā reģionā ir mācītāji. Которые слышат этот голос и понимают. Kas dzird šo balsi un saprot. Кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. Saņems praviešu algu. И поверьте, этот город наполнится. Un šī pilsēta piepildīsies. Всё, что мы слышали, наши глаза собственно видят. Они возвращаются, ещё раз поздравляю. Благословение. Viņi atgriežas. Цветите и пахните. Ziediet un smaržojiet. Paldies. Спасибо. И ļoti patīkam, kad garīgs tēvs tev apsveic. Очень приятно, когда духовный отец поздравляет тебя. Un tev liekas, tie 26 gadi tik ātri paskrējuši. Мне кажется, эти 26 лет так быстро пробежали. Un man liekas, ka es tikpat jauna vēl esmu. Ja mne kažется, что я такая же молодая. Un ka viss vēl tikai priekšā. Bet ir viss vēl tikai priekšā. Что все впереди, и это есть впереди. Un tad, kad jūs dzirdēsiet šo īpašo mācību. Когда вы услышите это особое учение. Par mūžību, kas ir mūsu mācītājiem. О вечности, которая есть нашего пастора. Es biju Bībeles skolā, un es ķēru katru dienu. И я была в библейской школе, это ловила каждое слово, каждый день. Un tur ir tik dziļas atklāsmes par Kristu. Там такие глубокие откровения о Христе. Потому что у нас так весело прежде. Потому что у нас всё только впереди. Мужи, у нас и прежде. Вечность впереди. Так как мы только меклаем Иисуса, мы меклаем цель. Сейчас мы только ищем путь, ищем Иисуса. У нас есть мужи. У нас есть вечность. Tur mēs slavēsim to kungu. И будем славить его. Un tur būs lielāka pulka nekā Mežaparkā. И там будет больше народа, чем Mežaparks. Amen. Amen. Paldies, paldies, paldies visiem. Спасибо всем. Tu laikam vēl kāds gribēja kaut ko, ja? Man nāk. Mums mazie dejotāji gribēja. Jā, es tagad ir pateikties visiem. Хочу поблагодарить всех. Savus draudz cilvēkiem un arī citiem. И людям из нашей церкви и другим. Es nevaru savus kalpotājus šodien būt katru te tagad apsveikt un pateikties. Я не могу каждому служителю сказать спасибо и поблагодарить. Tāpēc es vakar līdz pusnaktī smērēju torti. И поэтому я до полуночи вчера готовила торт. Man vienmēr puiši smējās, kad mums ir īpaši mācītāji, kad, nu, ne visi mācītāji ņemās pa virtuvi. И парни шутят, что у нас особый пастор, не все пастора в кухне работают, делают что-то. Jā, es kādreiz arī zupu dalu un vāru. Иногда суп приготовлю также. Bet šoreiz es sagatavoju torti, un es palūgtu nevienu neaiziet. Я бы хотел попросить никого не уйти. Nu, šo torti nenogaršojot. Не попробуй этот торт. Tā būs mana mīlestība, mans laiks. Это моё время, моя любовь. Un vislabākie novēlējumi jums. И самые лучшие пожелания вам. Un arī krusts, lai jums tur pieminās. Lai tas krusts jums tur pieminās, kad jūs ēdīsiet. И пусть там крест напоминается вам, когда вы будете есть. Es esmu par to. Вкушать. Я за это. Par atbildību, par krustu, par kalpošanu. За служение, за крест. Amen. Amen. Nu, es gaidu tagad torti. Nebūs torti. Vēl torti nebūs. Torti būs tad, kad būs apsveikti. Torti būs tagad, kad visi pozdravēt. Mēs arī
Мы тоже gribam teikt lielu paldies jums. Хотим сказать большое спасибо вам. No Draudzes, no Ventspils, no Kuldīgas. Из Ventspilsa, из Kuldīgi. Ja jūs nebūtu, если б не вы, mēs arī neviens nebūtu šeit. У нас бы тоже здесь не было. Paldies, ka jūs mums bīdat, ka bakstat. Спасибо, что вы нас продвигаете и заставляете двигаться идти вперёд. Es zinu, ka pienāks laiks. Я знаю, что наступит время. Mēs katrs iesim, kā šeit runāju savā vietā. И мы каждый зайдем в свое место. Un būsim liela palīgi jums. И будем помощниками вам. Tas no mums visiem. Это от нас всех. Liels paldies par šo vārdu mācītājiem. Tas ir vārds turpinājumam. Mēs esam atnākuši ar dzīvu puķi. Es uzskatu, manā uzskatā ir tā, ka nogriezties ziedi ir par pagājušo. Tev te apsveic par pagājušo. Tebe pozdravlaju zdesi za prošedšie. Tie nogriezties ziedi. Un Dievs tos ir radījis, un tie skaisti. Это срезанные цветы. Bet šis ir turpinājumam. Но это продолжение. Šis ir dzīvs, это живое, un šis turpina augt. Это продолжает расти. Viņš jau ir izaudzis. Он уже вырос. Man ļoti patīk simboli un līdzības. И притчи. Un tā ir draudz, bet šeit blakus ir jauns, jau ziedošs. Es zinu, ka tev Kuldīgā jau aug. Un te ir vēl divi, kam ir jāaug. Tur ir Liepāja, un tur ir vēl kaut kas. Dievs zina. Это... Un... Man ir vārds. У меня есть слово. Tas ir no 47. Psalma. Это 46. Psalma. Plaukšķiniet priecīgi visas tautas, skaņām balsīm, gavilējiet Dievam. Воскликните Господом все народы. Jo tas kungs visaugstākais ir bijājams, varans valdnieks pār visu pasauli. Потому что он царствует над всем миром. Viņš mums pakļauj tautas. Un noliek ļaužu ciltis zem mūsu kājām. Un pačiņājiet narodi i ložit plimenā pat naši nogi. Amen. Un tāpēc skaties ar pateicību atpakaļ, ar drosmu uz priekšu, ar mīlestību sev apkārt un ar ticību uz augšu. Smatrī s blagadārnastju nazad, s vieroju naverh i s ļubovju vakrug. Un es gribu pateikt no sevis vēl. Mēs šeit bijām pusotru gadu. Мы здесь были полтора года. Un tu mums kalpoji. И ты нам служила. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kam tu esi kalpojis. Я знаю, что есть много людей, которым ты служишь. Kas varbūt ir kaut kur citur. Которые уже где-то в других местах. Bet tas paliek cilvēku sirdīs. Но это остается в сердцах людей. Un pateicība par to, ko tu esi darījis. Благодарность за то, что ты делала. Un tas dzīvo līdzi. И это продолжает жить. Un lai Dievs tev svētī, turpināt tavu kalpošanu. Пусть Бог благословит тебя продолжать служение. Пусть церковь растет сильно. Un man ir prieks. Kad mēs varam arī vēl kaut kur sadarboties. Un ja rāds, ka mēs možam sadarboties. Pie Viktoru. Mēs no tālāka ceļa. Мы от далекого пути. Bet, спасибо, пастор, за слово. Paldies, mācītāji, par vārdu. Ответственность – это очень сильное слово. В отбилдии – tas ir spēcīgs vārds. Требует от нас и, tas prasa no mums. Не только служение. Ne tikai kalpošanu. Но и меняться. Bet arī pārmaiņas. Paldies tev, Ines, ka tu uzaicināji. Спасибо, Ines, что пригласила. Mēs jau braucam uz šeieni ar... Мы приезжали сюда. Ну, тādu. Ar vēlmi sadraudzēties. С желанием подружиться. Tāpēc, ka mēs mazi, maziņi, bet... Потому что мы как бы маленькие. Tevi 26. Tebie 26. Jūs ir daudz vairāk nekā mūsu. Vas много больше, чем нас. Zinu, ka tas ir tikai sākums, ko tu pa sākumā teici. Я знаю, что это только начало, как ты сказала. Lai nāk tava valstība. Да придет царствие твое. Mēs viņam gatavojam ceļu. Мы готовим путь ему. Mēs braucām pa ceļu. Мы ехали по дороге. Kurā... Bija liels prieks braukt, jo viņš ir sagatavots. Pa katoram bija radest iehaķi, pat es to un prigatavoju. Es un zināju, kur jābrauc. Ja znal, kudā iehaķi. Es nestāvēju ne pie viena luksofora. Ja nestāvēju ne vienu svetofora.
Un tā arī, lai tavā dzīvē ir. Pusti tvojai žizni būt tā. Ja tavā kalpošanā. Tvojim služenī. Pēc iespējas mazāk ir luksofor. Štabu bila meņša svetoforov. Kas apstādina tevi. Katori astanavļuva tevi. Lai tu vari iet uz priekš. Štabu ti mogla iti vpirjot. Un lai tā kalpošana, ko tu esi uzsākusi. I pusti tā služenī, nekādā gadījumā načela. Neiet mazumā. Neuminšaica. Jēzus vārdā. Va imi Isusa. Amen. Amen. Es tev sveicu. Bagadariu. Es gribu pateikt par Dzintaru. Ja haču skazēt Dzintarsen. Dzintar, tu mums kļuvi tas tuvākais. Ty stal nam bližņim. Mēs kalpojām ar amerikāņu misiju. Mēs služili s amerikānskai misijai. Un šagad viņi brauca uz Rīgu, vedām uz lidostu. Ja mēs vizdī ik v aeroportu. Un Eduards veda. Eduards vils. Un tieši piebrauc pie viesnīcas. I priehal gastīnīca. Un radiators tukšs iztek. I tam... Spalamalas mašīnā. Un visi lielie plāni pajūt. Visi bašie plāni ir kāk bija razvīlis. Un te pēkšņi. I tad drūk. Būtībā kaut kāds sekundžu laikā. Pašķiņ za neskāka sekundu. Bet nevarēja paspēt apdomāt, ko tad darīt. Viņš jau neuspēl pridumāt, što dēlēt dalši. Brauc Dzintars iekšā. Padežēj Dzintars. Tieši tajā vietā viņam ir objekts. Imenā v to mieste, imenā v to vrīmē. Un viņš tur visu līdz vēlai naktī ar Eduardu kopā to mašīnu laboja. I on s Eduardam mašīnu pačinīl. Un mēs jau esam sadraudzējušies. Ja mēs jau padružījies. Tu esi mūsu tuvākais, mums tev jāmīl. Ty nam bližņi, mēs должны любить тебя. Tas tā šovas ir daudz ir tādi, kas mē... Un es klausoties šo vārdu. I slušaj eto slovo. Es domāju. Ja domāju. Tāpēc Dievs ir teicis, viņš Jāņa evaņģēlijā. Pēc nodaļām saka, mīliet citu, ja? I поэтому он сказал в Евангелии от Иоанна, что любите друг друга. Mīliet citu. Любите друг друга. Un tas ir tā, mēs citam palīdzam. Это есть так, что мы помогаем. Помогаем друг другу, когда ты не ожидаешь. Un mēs citam tuvi. Тогда вы становишься близким друг другу. Un mēs mīlam, mums jāmīl pat tad, ja kaut kas pēc tam tur ne tā. Даже если потом что-то не так, нам приходится любить ты нам ближе. Tuvākais. Ja mums ir atbildība, mēs nepaiesim garām. Если у нас есть ответственность, мы не пройдём мимо. Un tā Tā atbildība. Это есть, это ответственность. Tā любовь тоже. Amen. Tā kā paldies tev, Dzintar, par to dienu. Спасибо, Dzintar, за тот день. Nu, mīļā māsa, arī Kuldīga tevi grib sveikt. И Kuldīga приехала поздравить тебя. Man liekas, ka vislabākais novēlējums jau izskanēja. Самое лучшее... Ka viņi nāk. Они идут, это самое лучшее tas, пожелание. Tas, man liekas, ir vislabākais novēlējums. Это лучшее пожелание. Tajos, kuros mēs esam sējuši, в тех, которых man liekas, ka nav lielāka gandarījuma redzēt, ka viņi nāk. Нет лучшего, больше... Тāpēc mēs tev ar to apsveicam. Довольствие, как видишь, что они идут, и мы поздравляем. Par cik tev šodien dzimšanas diena, un tev šis vārds atskanēja. Как тебе сегодня день рождения, тебе это слово звучало. Tu to pirmā arī droši vien baudīsi, un mēs Ты, наверное, tevis. Это первое вкусишь. Tā kā mēs tev apsveicam. Поздравляем. Nu jā, un tā, mana tā dāvana vārdos ir tāda, kad paldies tev par lūkšanas vietu. Спасибо. Я тешам браучот шодien šeit за место молитвы. Šodien braucot šeit uz Ventspils, gribu atbraukt pielūgt Dievu, pabūt kopā ar savējiem, pielūgt Dievu. Очень хотелось побыть среди своих, un es tā vēl pārdomu, paldies Dievam, ne tikai Latvijā, pa visu zem mums ir draugu, vietas, kas ir uzizvērtušas, tas vietas, kur pielūgt Dievu, kur pabūt kopā, kde mēs možam būt mēždu svojimi i būt v molitvi. Un vēl, droši vien, jo tu zini, ka kur augšā debesīs ir lielais lācis. Zin, naverniekā tu zināji, na nebesā, kde baļšā medvedica. Un tad, ja tu skatīsies uz otru pusi, teiksim, tu ieraudzīsi to lielo lācu, pagriezīsies uz otru. Pasmotriš v protivopoložnoju storonu. Tur ir liels zvaigznājs. Tam očim baļšojas sa zviezdie. Un viņam ir tas, nu, zvaigznājs saucas lielais Ziemeļu krusts. Ja tas azviedzi nazivājaca baļšoj sieverni kriest. Un kad es skatījos, es domāju, par manu māju ir tik milzīgs krusts. Kriest, ja domāju, nad mājim domam ir tad kriest. Zini, tik tāds dažus gaismas gadu garumā. I on atdaļon at nas neskaka svietovih liet. Ne atdaļon, a baļšoj un takoj. Nu i baļšoj sam pa sebe. Nu takoj ne očiņ baļšoj, tolka neskaka svietovih liet. Nu, ot ja tebe darju etat kriest, kak bi... Пусть он будет и над твоим домом тоже. Амен. Paldies tev par visu. Konverti. Paldies. Par tādu dāvanu runāju, es atcerējos vienu dievkalpojumu. Es dzirdēju šo dievkalpojumu. To runāja Antons Čišenko.
Говоря о служении, это слово я вспомнила служение, которое Антон Тищенко, он служил. Viņš kalpa kaut kādiem jauniešiem. Он служил каким-то молодежи. Bet man ļoti jāsmējās, ka viņš runāja par mīlestību. Мне было смешно, когда он говорил о любви. Viņš kaut ko līdzīgu stāstīja. Он что-то похожее. Vienkārši tava dāvana nozīmē, ka, nu, ka jūs mīlat mani. Это значит, что вы любите меня. Viņš tur stāstīja par vienu narkomānu. Он рассказывал о наркомане. Viņš saka, uz to tas iemīlējušies cilvēki. Ko viņi tikai vai visam jocīgi nedara? Как ведут себя влюбленные? Они разные глупые вещи делают. Viņš paņem un dāvina to, kas nepieder viņam vispār. Он берёт и дарит то, что ему не принадлежит. Bet tas pieder mūsu tētim. Это принадлежит нашему отцу. Tas zvaigznājs pieder mūsu tētim, vai ne? Это созвездие принадлежит нашему отцу. Tad, kad mēs sākam šādas lietas dāvināt, tāds tāls un neaizsniedzams un skaistas. Kad mēs darām takie vieši. Tad mēs mīlam vienas otru, mēs gribam uzdāvināt vairāk nekā šīs zemes. И мы хотим подарить больше, чем на этой земле мы можем подарить. Paldies jums liels. Спасибо большое. Jauns lauva ir Jūda, un lauva no Jūdas cilts, un lai viņš atgādina viņa skatiens, miers, nosvērtība. Ja? Redzi, te tauta, kas ceļas kā lauvas māte, un kas šaujas augšā kā lauva. Kas var uzdrošināties to piecelt? Kas tevi svētītas, lai ir svētīts, un kas tevi nolāda, lai ir nolādēts? Jēkaba atlikums būs starp pagāniem svešās tautās, kā lauva starp meža zvēriem. Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņas zīmogus. Jāņa atklāsums grāmata 5:5. Amen! Nu, vēlreiz! Aps līdzīgs, vai ne? Jānokrāso tie mati tādā krāsā. Paldies, un tas tāds neliels apsveikums mūsu draudzes jubilejā no Rubīniem vecākajiem. Jā, un šitais pēc šklāt, lai nepazūd man. Jā. Ja no Bībela pazūd, vai kā? Bet labi. Edvards, arī tev uzticē to smagāko darbu, atnest to lielo bildi, ne? Спасибо большое за служение, пастор. Paldies, mācītāji, par kalpošanu. Хочется поблагодарить за ваше сердце, за эту землю, что вы горите и Gribas pateikt, paldies par šo zemi, par jūsu sirdi degat, par to un kalpojat šeit. Я сегодня хотел бы сказать воистину, что я вижу, что уже некоторые вещи уже исполняются здесь. Un es varu teikt, ka šodien es redzu, ka ir lietas, kas piepildās. Poklonenie. Mēs runājam par pilūksmes svētkiem. Priekavēs уже началось почти каждый год там есть музыка спарна такая. И Приекавес та ir festivāls mūzikas spārni katru gadu. Ну и они сейчас решили, что они будут делать по городам, по большим городам, то есть мы все взаимосвязаны. Un viņi ir nolēmuši, ka viņi to veidos arī dažādās pilsētās. Я смотрю, как пятидесятническое пробуждение тоже начинается по Un es redzu, ka vasarsvētku atmode sākas. И вся церковь поднимается в Латвии. Спасибо вам, pastor. Un visi draudzi Latvijā tā Я верю, что это пророческие провозглашения. Un es ticu, ka tie ir pravietiski pasludinājumi. И мы переживем пробуждение. Un mēs piedzīvosim atmodu. Un jums, kurzemnieki. И вам, kurzemskie. Vispār jau kurzemnieki, tu pārtulko tikai pareizi. Kurzemnieks iznāk kurzemsnieks. Это получается как бы... Kurzemskai čepuha. Да, если по-латышски перевести, kurzemnieks. Kurzemnieks. Un es teikšu, ka te nekāda čepuha nebūs. Ja skažu, šo tad nebūdīt čepuhi. Ja jau mūsu senči, kurši. Если наши предки курши. Но куршем vispār Latvija cēlusies, latviešu tauta. Iz kurši произошёл латвийский народ. Tie bija švareni karotāji. Они были сильные воины. Pat Dānijā esot baidījušies no viņiem, ka šie neiebrūk. Даже в Дании их боялись, чтобы они не напали. Grieķi un spāņi braukuši mācīties okultismu šajien. Grieķi un spāņi priežāli sudā učīties okultismu. Tā ka nāk diena.
Наступает день. Как курши палек Дева куршем, вен. Когда курши становятся Божьими куршами. Он вини в Ганел но Спанис, но Греция из Брокс, прям смацитес, как Дев пилок, там слава это, вен. И приедут из Испании, из Греции, как поклоняться Богу учиться. Юзу за кого-то скайст. У вас есть что-то красивое. Он es redzu, ka katru un katru gadu. Я вижу, что каждый год. Kaut kas nāk un nāk klāt. Что-то добавляется, добавляется. Так, а слава Девам, вирзайтесь с тем мерчем и вирзайтесь с то славу, которую Девс сатайсис. Двигайтесь на те цели и на ту славу, которую Бог приготовил. Я хочу от себя сказать. Это ваш день, церковь, я поздравляю вас и улыбайтесь. Un es gribu pateikt jums, draudze, par jūsu mācītāju. Ja хочу вам церковь сказать о вашем пастыре, несколько слов. Es обрину тау энергию. Vienkārši. Ziniet, mums bija vienīga tāda tikšanās. У нас была такая встреча. Mums bija tikšanās. У нас была встреча. Инес стāstīja, ko viņš šeit dar draudze. И она рассказывала, что она здесь в церкви делает. Es klausījos, klausījos, klausījos. Я слушала, слушала, слушала. Un es jau beigās biju tik nogurusi. Es teicu, kā tu to visu var pasvēt? Es biju gan fiziski klausoties jau nogurusi. Я физически слушаю это, я уже устаю. Un garīgi, bet tu esi vienkārši super, jā, tev ir tāda enerģija. У тебя есть эта энергия. Un paldies komandai Ventspils. Jūs esat vienreizēji, bez jums arī šeit nekas nebūtu. Без вас также здесь не происходило это. Спасибо, Ventspilsčani. Хочу сказать спасибо Эгилсу за приглашение. Ir. Un, 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 tā kā īstenībā mums nebija tāds plāns, ka mēs varētu vispār tikt. У нас не было плана, что мы могли бы приехать. Bet tā kā es saprotu to, ka Dievs man sirdī devs. Я понял, что Бог в сердце мне дал это желание. Ka ticīgo cilvēku dzīvē. Что в жизни верующих людей. Nav nejaušības. Нет случайностей. Es gribu pateikties Inesei. Я хочу сказать спасибо Инесе. Par to lūkšanu, kas mums bija ārpusē. За ту молитву, которая была у нас снаружи. Par māsu dēlu Gintu. За Гинта, за сына сестры. Ir un Dievam par to, kad mēs varam būt komanda ticīgie. И Богу благодарность за то, что мы можем быть командой верующих. Tajā dienā. В тот день. Kad Ines runāja ar Gintu. Когда она говорила с Гинц. Ir brīnišķīgām mēlēm, ko Dievs dod svētajā garā. Чудесными языками, которые Бог дает в Духе Святом. Es varēju staigāt un lūgt tajās. Я смогла молиться в этих языках. Эгилс kaut kur citur stāvēja un arī lūdz. Эгилс тоже был в другом месте, он тоже молился. Kamēr Ines runāja ar Gintu. Пока Инесса с Гинтом разговаривала. Viss notika tādā komandā. Все происходило в такой команде. Un tad, kad mēs lūdzām par Gintu. Когда мы молились за Гинта. Dievs izdarīja kaut ko pie Ginta. Бог что-то сотворил у него. Tas bija viens solis. Это был один шаг. Bet es pasakos Dievam jau par tiem soļiem, ko viņš darīs vēl pie Ginta. И я благодарна за те следующие шаги, которые еще Бог сотворит. Jo tikai tēvs zina. Только отец знает. Cik viņš var panest. Сколько он может нести. Arī es ticu tam, kad arī man bija jābūt šeit. Я верю, что мне тоже надо было быть здесь. Tad, kad es gatavojos braukt uz teienu. Когда я готовилась переезжать сюда. Mājās radās konflikti. Дома были конфликты. Starp maniem brīnišķīgiem dēliem. Между моими чудесными сыновьями. Ah, es beigās domāju, labi, nebraukšu. Jā, ja ir strīds, tad nav ko braukt. Я думал, раз такое ссора, нечего ехать. Bet tad es teicu, nekā nebija sātan, tu neuzvarēsi. И, ну, потом я сказал, никак не будет дьявола, ты не победишь. Braucot šurp. Когда я приезжал сюда. Radās jau manī tieši ķēršļi. Уже во мне какие-то были преграды. Gribējās lekt no mašīnas ārā, jau tā kā sliktas dušas palikt, galvas sāpēt un viss. И как бы тошнило, и голова болит, и все такое. Mēs saprotam, ka ticīgie, ka tas jau ir tas, ka Dievs ir kaut ko sagatavojis. И мы как верующие понимаем, что это признак того, что Бог что-то приготовил. Tā kā
pieliec pie kūks. Dabar, būs nedaudz vēl. Ktur tu ešo štoņibūt. Jā. Un es ticu Inesei, kad katrs viens cilvēks ir tavu dāvanu, kas ir šeit. Ja vieru, što... Paldies это... tam kungam. Спасибо Господу, и каждый человек есть дар. Amen. Dievs kaut ko dara. Бог что-то делает. Tā bija lūkšana ārpusē pie durvīm. Это была молитва у дверей. Gins bija drusku iedzērs. Gins bija выпивший. Un viņš nezināja, kā, ko darīt ar savu dzīvi un savu ģimeni. И он не знал, что делать со своей жизнью, со своей семьёй. Dievs vienkārši izmantoja mūs. И Бог нас использовал. Un atkal mēs bijām tuvākie. И опять мы были ближними. Mēs kļuvām par tuvākiem. Мы стали ближними. Un tagad tā sanāk, ka šie cilvēki dzīvo izrādās netālu no Liepājas. Ja kazāc, ja tie ļudi dzīvo nedaleko no Liepājas. Tagad šis Gins ar savu sieviņu katru reizi ir mūsu tikšanās reizēs. И этот Гинс и жена его, и семья, они каждый раз посещают наши время встречи. Я верю, что он будет лапс. Я верю, что он будет хороший служитель, он ему только свобода необходима. Только Dievs dāvās atbrīvo. То, что Бог освободит. Tas patiesi ir brīvs. Sina savīt, он будет свободен. Nevis kāds matis, bet Dievs. Какой-то пастор, но Божий дух. Amen. Es to arī novēlu. Это я пожелаю. Lūk, šo tortes smērēju. Ja gatavila этот торт. Bet mana komanda viņu izgarnēja. И команда гарнир поставила. Un man liekas, ka ir весьма хорошо. Кажется, весьма хорошо. Vai ne? Jūs nogaršosiet to torti, neaizies? Попробуйте, не выйдете, не попробуем. Ne? Tad es gribētu palūkt, varbūt pirms mēs ejam, tur foie būs kaut kas nogaršojams vēl, jā? Ja mums ir svētki. Там, у нас есть праздник, foie там будет. Парунājoties, неaizies. Поговорите, не уходите сразу. Un, bet es gribētu, lai mums atnāk kāds, a, mums vēl bija kaut kāds ja vēl būs, jā. Ā, oh, mums vēl kaut kāds sveicē, pagaidiet. Es aizgāju pa priekšu. Par tiem palīgiem, kamēr viņi nāk augšā. Deja pirmā mūs. Jā, to, ko no te teica par mūsu palīgiem, to, maniem gavarīju, palīgiem. A maih, draudzi. A cerkavi, man ir patiešām ļoti labi palīgi. У меня хорошие помощники. Bet viņiem nākas izbaudīt par to, par ko runāja Aija. Но им приходится. Вот это не вас знаешь, ты глава. Вкусить то, что говорила Ая, что Es vienkārši varu atgādināt, ka, nu, tas gana zizlis un tā gana vēzda, lai iepriecina tevi. И я могу напомнить, пусть этот посох и жезл возрадует тебя. Labi. Un turpinājumā neliela vēl apsveikums no dejotājiem.